Трех. Мне бы отойти на Иди. Пару минут. Идем трэш клане бить. Сейчас посмотрим на лане, что будет. Ну вот такой неплохой тоже. Вопрос. Форум кто сидит, чекает, не? А чё ты? Да я просто посмотрел, как уебищная нога ездит. Ничего не собираются они делать? Да мне похуй вообще. Да я понимаю. Может, это проблема всех наг. Не, вряд ли они это будут фиксить. После чаржа прилетает, и ты 3 секунды можешь стоять. И вообще похер. Есть какой-то баф? Нет бафа. И ты просто стоишь АФК. Подождем всех сейчас. Подбегайте. Есть решение этой проблемы. Не давай чардж. Сирус.с. За бабки отсос. Хуярим, трэш. Где-то у червя. Ну ладно. Вон на магии огромный, да? Рыцарь, эфир. Ну, наоборот. А вот эти вот лава появляется, это шаманом с кодеками. Он еще и станет? Казино, боешься казино. Там плечи. Вон там Костя в мобе. Че, че? Мне винтовку случайно себе закинул, потом отдам. Я видел, я думал, ты типа 300 голд стоит, думаешь, а хуйня. Потом, потом. Да я на автомате, блять, я зеленку закидывал, а автомат закинулся. У тебя распыление? Ну да. Так я бы наполовину хуй забивал. Ну, реги лишние не бывают. Борем. Просто у меня регов уже две сумки. Ты ГБ сделал? Захуя туда? Торгую, перекупай. Никогда этим не занимался и век бы еще. Я тоже, блядь, нахер. Значит, сейчас до верха дойдем, да ладно. Разрулим шмот. Веро для кого-то. Не, там Настя говорит после ванны пойдет. Там посмотрим. Ну тут по сути осталось-то. Господи, Илана три босса. Че мы мощно фу? Не знаю. Добрать лоб. Ну, доберем. Сейчас вот этих червей убьем. Рики, в дамке! Где там трэш? Чё-ка? А чё ты хочешь? Сейчас посмотрим, как на лане пойдет. Позже это когда, Лёх, напиши. Ну, кто говорит о чём?
Можно паука снять? Нет. Стой так, не двигайся, я сниму. На камеру? На камеру? Магом, да? Не-не. А я в какого-то паладина изгнания 5 мозг диспелов дал, блядь. Каждый раз пушку не меняюсь, как бы ПД получаю. А прикиньте, если бы на смену пушек не было, ребята. Чё бы, ты был охуенным пиздатом? Да? Чё-то я сомневаюсь, нет. Так, теперь смотрим, значит, следующее. Кому не нужен шмот сейчас? Можете пойти покурить. Кому нужен шмот, становимся сюда. Звездочки обмен. Кидаю в объявление шмотки. Давайте. Разрой сразу счет, и я пойду покурю. Ну давай. Счеты main spec. А чего Настя не ролит? Нужно кота. Настя, ты тут? Ладно, кота же точно. Пожалуйста, ральнула. Да ты и сразу никому не нужны по факту. Блять, ебучая сумка закрывается. Потерял. Ладно, ща приду. Ну, можно я себе метку сниму? Да. Блин, тролль. Так, Холли Пал писал на ретрика. Мастер, надо на ретрик? Давай. Мне только на ПВП, так что мне как-то плохо. Так, фиксик. У тебя, по-моему, ДП слишком большой для блинтроля. Тебе зачем? Для ПВП. А, кстати, Фокшейл работает на арене. Японцу отдам. Да, работает. Мне ПВП, но я вообще спокойно выступлю, если надо. Я же говорю, я на фан королю. Блять. Японцу отдам. Передислоцируемся, там пидор какой-то поставил паровоз ебаные. Говно, сука. А что, у вас на Васе нету? Бать, как еще? Только не обосрали, блядь. Ну ты помнишь, говорил, чел есть, как его ломают. Нахер да. Так поставьте его, я хочу увидеть, как. Боевые рукавицы это надо кому-то. Там такая же игрушка покупается рядом с паровозом, типа ломается. Разрушитель поездов называется. Кольцо вот это. Если никому не надо, я паролю. Надо. Давай на обмен на кольцо. Опять этот паровозик. Ну. Нажимай. Так, вот это с духом. У нас все три мага. Ну кинь обмен на варежки. Так, с духом. Ну давай маг сюда обмен. К звездочке подходи. Не знаю, где ты, конечно. Так. Давайте обмен раздупляйте, скидайте звезде. Короче, он на подъеме. Этот, наручи. Надо тебе? Да-да. Так, кидай обмен на наруч. Сейчас, погоди.
Шапка на танка. Не пончик, говорю, на танка рулишь. Сейчас подходи к звезде обмен. Пояс. Так. Пояс не надо никому. Дальше поехали. На паладина ролим токен. Беззаговорочная хуйня. Да? А ты по первым двум роллам можешь отдать. Не, нихуя, еще раз ролим. А их два, да. Не, еще раз ролим. Поролим еще раз. Так, надо еще одну соточку. Я просто не видел, что там второй такой же. Рольте второй такой же. Да сука! Я понял. Она уже больше слышит, давай еще раз кинем. Ну, как оно и поэтому. Плащ. Макс Воллинг, они Трукинг. Раздавака. Силу гнили ролить. Кинешь обмен, Мак. Главное, сначала 100 из 100 кинул, 100, а потом кинул нормально. Сила гнили нужна только коту, да? Давай обмен. Че, могу, да? Значит, пояс на ходе креста. У нас есть? Далекая земля на кота топала. Давай обмен. Плащ. Волен, кони мастер. Ты отдавай, я роллы по приколу кину. А, тебе не надо? Это шинджитсу обмен. Куча паладинов и один кот. Класс. Так, вот это говно. Следом так, роллы, спасибо, что разрыл печеньки последними, теперь я курну. А вот это я паролю, пожалуй. Так, Алану будем? Да, обмен, да. Не знаю, куда вар там делся, хуй знает. Катушка. Давай, что за роль? Как тебя разъебали-то, блядь? Раздавака, откуда это такие роллы вообще? Давай раздавака сюда. Он на раздавака ролит? Нет, ты шмотку не даёшь. Раздавака роллы накрутил. Плюсую. Раздаваки не дают ни одной шмотки. Кидала его. Ты видишь, где Войт вообще стоит? Что ты тут пишешь-то? Нет. Плечи дух. И кольчуга осталась. Надо кому-то? А там еще даггер был. Даггер отдал Роги. Кровавый. Так, что тебе дух? Он же второй еще выпадал на РПВ даггер. А, да, вот он. Сейчас. Еще такая параш. Да, да, лежит выше. Ручи. Говорят, на файл. Даггер. Ну и плащ охуенный. Нет.
трекинг. Трукинг, ты у меня сролил плащ с духом. Да, у него плащ с духом. Рэл, можно пойти покурить? Так, следующий пусок, да, иди. Я ж не писал на ковру, я ж танк. Так, следующий, значит... I don't dance, вот этот, да? Не. Хорошая спинка. То, что хорошая, раздавака не ролит, Аршаму. Вот что ты делаешь? Хули босса! Это раздавака хуйня имеется. ГП. Да, Йоан. У тебя не получилось. Ну? Ну, раздавака кидал снежок, а кто-то еще с ним спулил. Подставим его. Дадут диван. Я-то дал диван. Че, дискон, что ли? Да. Бля. Вот. Раздавака, это ты что-то там мутишь. Сначала с роллами, а теперь с этим. Спулил и дискон, блядь, чем-то попахивает. Будем надеяться, шмот у нас остался. Покурите там. Меня за то, что я курить ушел, сразу и кинули. Пару минут покурите там, потом заходим. Смотрим. Бак, а я... Скажи мне, пожалуйста, зачем тебе печенье? Ты кому говоришь? Батя, Тортик, у тебя там микрофон включенный. Чё, кто батя, чё? Чем тебе печенье? На успех? Чё ещё раз? На успех? Нет. Мне просто особо высоко нужна печенька и ярская печенька, больше ничего. Так ты бы так в рейдах полутал, но нахер не... Я же тебе писал, что я пока не могу ходить каждый РТ, понимаешь? Поэтому как пока хочешь. Она выпала, надо её забрать. Да, он вас обманывал. Так бы ты просто мне отдал ее, я бы танка одел побыстрее, а так бы в рейдах забрал. Типа, смотри, как знаешь, конечно. Ну, типа, мне ГМ тогда говорил, что хотя бы, чтобы ролить на танк, спекай с танка, делай танка. У меня это уже будет... Это пуга рейд тротан. Не, он не про сейчас. Я когда до этого вот разговаривал в прошлый раз... Говорил, одевай танка. Вот у меня на танк осталось еще одну ярскую печеньку, и будет Т-10 яр танк. Вот. Не, ну если танк одевает, то тогда нормально, типа. Не, я же не просто так, чувак, ты чё? Да не, все норм, я просто был не... Сейчас япончик свой ствол достанет, лучше отдай ему печеньку. Нет. Я сегодня доволен. Мне хорошо сегодня. Конечно, хорошо, блин. А что? Попросил подамажить Суламани. Я ему что сказал, япончик? А ты что, ты за эту монету получил, братан? Я не... Такой, я подамажил? Не знаю, оценки какая-то, поэтому... Не, сегодня точно мне ничто не испортит настроение. Если бы ты не получил это, за эту монету, то другой разговор. Бля, ты что, меня за эту задушить хочешь? Забери тогда ее. Да нет, причем ты это просто говоришь, как будто, ну, одолжение делаешь. Ну, типа, да. Ой, только не ругать. Это не храпит, это когда япончик включает микрофон, у него, походу, там вентилятор от компа. Такой все звук. Нет, сильно не мешает. Зато я всегда знаю, когда япончик заходит в Дискорд. Это только специфический звук. А у Враски у него постоянно что-то какие-то клики. Постоянно, вот прислушайтесь. Это специальная ментальная связь. Сейчас зайдем, а там скидки, там все такое. Скидки, поставки тройные, да, блядь? Три брюлика падают сразу. Если они сделают скидки,
то воронки еще больше в цене упадут. Всегда, когда скидки, воронки в цене падают. Да, их за рубли уже никто не покупает, они что-то копейки стоят. Но в смысле невыгодно за рубли их продавать. За голду выгоднее по дороге. А скажите мне, почему вот Утя, когда пишет, там пишется вот такая хуйня, один блокит месседж, блядь. Коллапс месседж. Что это? Что это за хуйня? Ты про что? Блядь. Вот Флудилка есть чат такой, да? В Дискорде. Допустим. Там такая хуйня, надпись. Один циферка, blocked message. Если еще перевести, это получится заблокированное сообщение. Нажимаешь на эту хуйню, collapse message, и появляется. У меня такого нет просто. А у кого? Ты, может, его в честь закинул? У меня такого тоже нет. Хуй знаю, давай посмотрим. А, в натуре. Разблокировать надо нажать, да? Ну, что попробуем. Да не, не надо лучше. Все нормально стало. Чё там пускает, нет? Ну, долго что-то. Ты их с один упал. Все-все упали, все. Сейчас уже включили просто их здесь раньше. Я этого не узрел. Кто кроме Насти спать хочет? Я. Вообще пиздец. Ты так еще нормально терпимо, да и просто, блядь, что-то скучно. Но я как бы, если движуха на фул, если будет кого добрать, я-то по-любому могу доиграть. Да я тоже по-любому пойду на фул. Скучно, говоришь, пиздец. Ребята. Ребята, пора на синдром. Там будет весело. Будет весело до поры до времени. Пока я не покикаю с кого-нибудь. Надо просто веселье устроить. Да там какое веселье там? Веселье в основном. Вот, колдуй Лану, пожалуйста, чтобы тебе щит упал. Наколдовать, говоришь? А ты мне наколдуй щит слайны гера, блядь, на протовар. Я бы, конечно, легко повеселился на синдре, да, но тут Лёха сидит. Ты чё, вот ещё до сих пор без щита, что ли? Легко. Не говори нахуй. Я уже, блядь, думал. Я уже два зова наколдовал с Зуламана. Могу тебе щит наколдовать. Я думаю, знаешь, что надо наколдовать? Надо админам наколдовать, короче, на форум. Чтобы они наколдовали, короче, квест, как на ШМ, короче, только на протоваровский щит, короче. Там заходит. Заходим тогда. Чтобы, короче, там тоже кровь брал, вот это все, 50 осколков. И, короче... Почему 50? Ну, похуй, щит, ну, большой, надо 100. Ну, 100, значит. Я бы говорил красавина. И крови, чтобы по 2, короче. Короче, не откинул, шмотки у меня есть. 50к нахуй оттанченных РСов, 25 храмей протовар. Будет, у меня откинуло. Даггер. Не, а он у меня, сейчас передам. Ага. Накидку на плащ напомните, какой маг? Так, трюкинку. Зев. Раздавака, смерти откатила. Вертай все обратно, пуль босс. Не-не-не, трюкинг, ты... Это духовой сролил. Ну, блять, хули поделать. Тот плащ тебе достался, этот плащ я тому магу отдам. Ты уже с ним поговори. Если он зайдет, конечно. Вот он зашел. Я не могу тебе два плаща сразу дать. Менять не буду. Ну, как ты его отдашь? Сокетом, блять, вставленным. Раздавай-ка, вертай все обратно. Смертник идет. О, ну не надо. Раздавака,
Выше надеру. Так, заходим там, это самое. Так, ну Рамс, там тогда еще Офенс. Холли Пал, Матиола, заходите. Гунтау, Варк. Поспрашивайте, может кто увидите есть. Катушки и кольца у меня в сумке нет. Что-то грипп прийти. Грипп, ты чего? Если у тебя откатило, то пиздец. Либо обосрали как смогли за паровоз. Я отдавал вот эту катушку. Нет. Посмотри, вон она у тебя одета. Не откатило, ничего вроде. Сдавай-ка, я все Днюше расскажу. Ты ведь меня понял, да? Он тебя ругать будет. Как он так дамажит? Читы на ГКД. Его нет. Там не он дамаж, да, блядь, а там его не дамаж, за него. Холли Пал зайдешь? Ну кто-то с Диса минусовался пару тел. Вопрос в том, кто. Наверное, кто. Видел какие-то замученные типы ливали. Все, мастер, чек делает. А тут 24 тела можно, тут он. Пиши ему. Кому? Лёхе. Да он-то тут. Я думал, открывал гильдии позвать, что никто не это самое. Да если дадим укусы кому надо, и мы и так убьем. Нам единственная хилаба. Тогда ошибка в чем вышла? В одном овере, что ли? Ну, в том, что там овер же два стака не вешается с этим, со вкусом крови. Там, получается, два овера будет в один момент, видишь, вместе. Ну что, мне в хилам? Да, просто спит. На раз... Просто отец зашел, Холли Пал пока не зашел еще. Шазеп, ты тут, Диси? Да. Так заходи. Не захожу. Понял, там получается так, что пол секунды остается. Нет, это по 4. Типа, когда еще достается полсекунды до прока овера следующего тела. Да, и ты должен овер отдать, иначе он в никуда уйдет. Поэтому там два подряд будет овер. Овер будет? Да. Блять, опять же. Да. Может, чё, потом колхозе утром, блядь. А, зайдите. Порубать его. Вот и собирай. Сейчас они скидки какие-то ебанут. Кстати, сегодня ж, блядь, нюханы. У кого? У сервера. Да я ебу, что ли, я тут первый год играю. Поздравляю. Сегодня день рождения сервера, да? Да. День падения сервера, да. Думаю, так еще 23 февраля. Ну, 23 февраля маунтов магазин зовут. Вопрос. Ока Дер, какой левел шмота падает? 284. Короче. Шмотки 290. Может, печенька это тут... опять улучшающая. Я говорю, печенька, которая улучшает 290-го, не? Ну, это тир. Меня слышно вообще, нет? 284, да? Алло, да. Короче, мужик. Да, обычный шмот 284. Дайте мне сказать, да, ёбаный стыд. 290. Короче.
Спасибо. Короче. Он такой неадекватный, что дать ему не надо говорить. Так, короче, всех мужиков с праздником. Есть какая-то наручка силы без данка? Вы заебете. Да, взаимно, с праздником. Сейчас муты дам. Ладно, я просто пожать хотел. Что там Тимыч хотел? С праздником, говорю, мужики. Спасибо. Очень важно, спасибо. Давай. Да, вот этого так родился дать муты, я тебе. Ты по дамажить-то зайдешь на лану? Я что ли? Ссылка 25 убежит. Ой, как его тихо слышно вообще. Меня тихо слышно. Ой, я прибавила. Я думаю, мне показалось, или кто-то говорит, блин. Я перебила или нет? Так, все, теперь могу спросить? Угу. Без щит на танка. Это вот это 207 ссылка. Угу. Говорят, что Воки еще будет щит. 284 Воки. А вот там, тот, который... Там с РПК падает заебатьски. 230 да. Щит. Спасибо большое. Кстати, Войт, а ты на одного босса или ты на фул? Да мы, блядь, до ванной дошли. 8 закрыли. Думаем, Лану сейчас убить. Если будет еще ребут, сразу расходимся. Одна ручка силы есть? Не на ловкость, не на танка. Есть, ЗСУ. Не, одноручный со скоростью 2,6. Да, со скоростью 2,6 есть одноручный. Силой, не на танк. Да, силой. И 847 конечный. Зачем тебе одноручка? 2,6 силовая. Уточнить хотел просто, спасибо. А ты кто? ДК, что ли? Не, просто. Да, я просто прикидываю, чего дунить. Это батя фиксиков. Ну, какие фиксики, кстати? А есть ли ча 284 Митрио? А, не, но он сидит. У него хоста большая. Ну, маленькая. Не, друг, она на танк идет. Мне надо, чтобы без танка была сила. ДДшного. Типа как на ДК, но только не с агилой, а силой. Ну, пока нет, насколько я знаю. Последний вопрос. Вот этот слут сировский, который показывается Око Гер, он настоящий шмот показывает? Нет. Нет, там не весь. Его не могут обновить, поскольку там нужны, чтобы шмот показывался. Ну, вот эти вот. Как там адмирал говорил? ИДшки... цифры от этого шмота. И этого не достать, короче, пока. Блин, ДЦПшники. Понятно, спасибо большое. Кстати, раздавака, это же Днюша обновляет его. Днюша, друид? Угу. Yeah. Сейчас он его обновляет. До этого обновлял другой, но он сказал, он этим заниматься не хочет. Интересно, что там за щит 284. На форуме есть ссылка на него, насколько я. Но какие там статы? В теме Око Гер есть шмот клеть. А, ну там Фарада что-то линковал кучу шмот, это оттуда, наверное, да? Там и Хиловский, и танковский 284. Ну, с X10 есть еще в Атлас Лутях? С X10 можно посмотреть примерный. Ну, там, скорее всего, будет апнутый, как Слонотель. Да я бы с мастерством не отказался, блядь. Ну, вообще с мастерством. Че, короче, хардкап дальше собирать? Так а там, ну, блядь, если его не собирать, то смысл. Ты 56 кормишься. Да ты и так 56 соберешь, нахуя тебе больше? Ну, 56 много, да. Просто там шмотки другие. Не знаю, если там будет падать грудак, которая скорость МП5, мне придется Т5 менять штаны. Но это пока не точно. А толку? Что ты будешь грудак с МП5 брать? Угу. Т5 сильно мана садится. Тогда брюли можно будет перебить не с МТ, а куда-нибудь в другое место, например.
ты ничего не бы, блядь, как тебе сказать, то, что ты поменяешь по ноже 284 на грудах 284, ты от этого не выиграешь ни одного стата. Сокеты, там сокеты красивые, есть. Красные. В грудике. Тебе проще брюли на МП5 поставить и грудак не брать. Брюли на МП5 это боль. Угу. Ты и так статы потеряешь. Типа у тебя статы будут ровно такие же. Просто у меня сейчас ты... наручи стоят, Лёш. У меня сейчас наручи стоят 77. Скорость МП5. Если их менять с РС-ки, скорость крит, то будет просадка по МП5. Соответственно, если поменять грудак на МП5, а штаны поменять на Т5, то в принципе то же самое. Но в цвет сокетов я выиграю больше. Мне кажется, шамана как не забивай в МП5, он один хуй будет проседать, если он кастует. Я до Т5 вообще по мане не садилась. Проще обузить автоатаку, если это позволяет босс сделать хилу. Я про Ршаму. Ну, я понимаю. Я тебе если говорю. Если не Джага на босс. Она всегда есть. В этом он прав. Просто, типа, вот эти лишние 200 МП5 ты соберешь там, ну, с колец, 2-3 нонсета, это, ну, блядь, ну, это вообще не чувствуется, если ты кастишь нон-стоп, ну, вообще. То есть эти МП5 чувствуются... Пускает. Стопаешь. Правило 5 секунд. А проще обузить автоатаку и при этом не терять крит. Ну... Есть несколько видов эршамов. На Сирусе точно. МП5. МП5 шаман. МП5 если, да? Да, я, мне, тоже не, мне тоже это не нравится. Костовые и критовые есть. Без определенного капа мне ли тебе это рассказывать. Без МП5 тяжко. И где скидки, не скидок, ни хера. Ну, возможно, где-то утро будет. Все в пикселе. Шаман. Я наконец-то хочу утешение снять совсем. Поставить чешку и поставить корень. А кто сегодня выбил плащик легендарный? Ну и где скидки? Скидки на ребут хотите, что ли? Ну, типа 23, я думал, скидки подвезут. Я что с плащиком я выбирал подойник? Этот... Походу запускают. Еще один ребут будет вам. И два. Че, вы слышали за легендарный плащичек, да? Настя, тут нет. Сегодня босс в Агримаре появился, его надо было убить. Пола, которая стояла, с него упал легендарный плащичек. Они писали уже на формах, да, что это, типа, все исправлено. Удалили по-любому, кому он упал, этот плащ. Не знаю, что за плащ. Вот, я видос его, вот видос кинул, там плащей просто у всех прокает это крылья ему. Вот на этом. На гроши. Вот там плащи. Давайте, прокают. Может, кого-то убьем. Скучно. Надо. Можем трэш поубивать. Я спекаюсь, хила ему. Калибуд, да, кстати. Вот у нас еще двое не заходят. Четыре тела еще надо, чтобы зашли. Хотя бы двое, один хил, он и грипп, и нам хватит. Настя, тут нет? Надо спать, ну, ушло. Нет, где себя, Настя? Гриб, заходи, давай убьем, пойдем спать. Шинджицу тоже заходи.
Че, как думаешь, есть смысл? Пулять. Ну... Да я не вижу. Смысла никакого. Если передать сначала правильным людям укусы, и потом следующие не заслакают и передадут их нехилам, то убьем. Возможно. Да, в смысле, возможно. Если зайду это шаржицу. Меня почему-то, не пускает на серлак. Ты не, вы закрой... это видели, а? Закрой клиент еще раз, зайди, попробуй. Вы видели, как Редвар своего питомца назвал? Нет. Меня больше бесит ханты, которые делают ники питомцам такой же, как свой. Иногда на БГ в толпе, блядь, смотришь по нику таргета, блядь. А если нету портрета, ты вроде, блядь, долбишь ханта, а это питомец. Мне больше нравятся ханты, у которых именно пэтов другие, блядь, игроки. Блядь, да заебали, все, короче. Два месяца не вылечал. Все, короче, это самое. Слышите? Можете быть свободны. Дальше смысла не вижу, еще дисконы пойдут на него. Да не пойдет, это последний будет. Не. Все, вы свободны все. До проноса не будет, да? До пронос. Леха, что думаешь? Я бы прям завтра его сделал, точнее сегодня. Так, завтра у нас что? Воскресенье. Завтра у нас ОКХМ. А то времени подумаем. Ты забудь, все у нас теперь ОКХМ вся неделя. А я не я же вам объясню так, чтобы вы понимали. Надо мне такие глупые вещи говорить. Если у нас ОКХМ, это не значит, что я во время РТ ОКХМ что-то там буду собирать какие-то обычки. Нет, ну ты же собрался. Если я буду собирать допронос, я подумаю на время, допустим, 4 часа. По серверу? 4 по серверу. Ладно, шутка не зашла. Да, конечно, не во время это. Ну, я не, просто не знаю. Мы про то, что, типа, днем ребята могут быть на работу, ну, да, и тому подобное, а вечером, типа, у нас РТ. Вот не про что. Завтра воскресенье. Но до РТ люди, которые будут онлайн, еще не уставшие после вечернего рейда, могут помочь. Короче, есть этот щит, он синим сокет, там 106 силы, 149 выносливости. Я вам вообще предлагаю после РТ продолжить так же. Перебивайте, там чувака про щит говорил. Давайте похудеть. Не показываю. 284-й? Да, 106 силы, 149 стама, синий